Я нашла нам Киркорова. Где? Вот. Он что, не настоящий? Киркоров-то настоящий, а вот штрафы его за вождение непонятно. Филиппа Бедросовича вызывают в Таганский суд. У меня сегодня супердрайвер Филипп Киркоров. На артиста составили 90 протоколов, мол, не платил их вовремя. И по каждому из них певцу грозят двойные штрафы. Обязательные работы до 50 часов или даже арест до 15 суток. Умножаем на 90, итого 1350 дней. У нас поступили протоколы, а ДПС назначено судебное заседание. Поэтому в судебном заседании как раз и будет выясняться вопрос, оплачено, не оплачено. Но представители Киркорова говорят, что нарушения были, но все уже оплачено. Сбой произошел, могу, если что, все платежки я воочию видела, могу и вам переслать. Правда, платежки никто так и не показал. Возможно, потому что новость о штрафах пришла, когда Филипп и его команда очень заняты. Пишут очередной голубой огонек для федерального канала. А вот в соцсетях суда приглашение явиться 14 декабря все еще на месте. Вряд ли Киркоров поедет сам, у него в защитниках звездный адвокат Александр Добровинский. Юридическая практика говорит, что, скорее всего, Киркоров отделается штрафом. У нас там не стоит вопрос, то нарушение, и тебя за это сразу лишат. То есть у нас пока как такового законодательства нет. То есть эти все разговоры о том, что давайте лишать нарушителей, в такой степени это не происходит. Внутри мартини, а в руках бикини. Подписи синий иней. Она так чувствует себя.